Развитие туризма в Казахстане остается актуальной задачей. В данное время разработаны маршруты, но мест, которые интересны путешественникам, еще очень много. Наряду с международным отдельно должен развиваться и детский туризм, чью нишу видят именно во внутреннем туризме. В целях пропаганды деятельности кластера детского и юношеского туризма в Западно-Казахстанской области состоится международный форум. Об этом было рассказано на брифинге региональной службы коммуникации. В области успешно работают 14 центров и станция детско-юношеского туризма, в которых развитие по интересам находит 12% от общего числа учащихся всего региона. Через туристско-краеведческую деятельность создана система непрерывного образования и воспитания детей. За годы работы был накоплен опыт проведения международных конференций и мероприятий с детскими организациями других стран. Сегодня опыт областного центра детско-юношеского туризма активно перенимается другими регионами страны, а также регионами Российской Федерации. Тематику международного форума было выбрано кластерный подход реализации детско-юношеского туризма в условиях дополнительного образования. На этот форум мы пригласили именно специалистов, которые занимаются непосредственным развитием детско-юношеского туризма не только в Республике Казахстан, но и в Российской Федерации. Планируют приехать на данный форум с Московской академией детско-юношеского туризма и краеведения. Модель областного центра детско-юношеского туризма для работы с детьми уникальна, так как разрабатывалась с нуля именно в нашем регионе. Для того, чтобы поступательно развиваться в этой сфере, необходим комплексный или кластерный подход. Если говорить идеями Виктора Павловича, то он всегда хотел, чтобы был республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения в республике, чтобы был единый методический такой центр. У нас уже есть система, системный подход, как бы кластерный подход есть. И хотелось бы, конечно, чтобы был создан и республиканский, потому что туризм и краеведение, туристско-краеведческая деятельность это другое направление. Это не музыкальные школы, если иметь дополнительное образование, это не центр внешкольной работы. У каждого из них своя специфика. Международный форум, который пройдет в Уральске 11-12 ноября, станет площадкой для обсуждения вопросов развития республиканского туризма. Для этого в рамках форума запланированы мастер-классы. Опыт работников центров туризма будет представлен различными экскурсионно-познавательными программами. Екатерина Шмидт, Айбек Сагынгалиев, Дастан Уразбаев, телеканал Ак-Жайык.